23 июня, июля, выезжаем первый раз на новом комбайне. У нас немножко есть сваленная зимой пшеницы, скипетр в волках лежит. Вот навешали подборщик на него. Не будем пробовать. Сделали на месте настройки по букварю. Поле недалеко находится, за деревней. Вот вперед уже ушел ЗИЛ для выгрузки. А то, говорят, нежелательно с полным бункером ходить по полю. Не по полю, а домой ехать с зерном. Надо на месте выгрузиться. Штурнвального Терентия взял с собой. Марк приехал в гости с Томска. Будет смотреть. Не знаем, пройдет он под проводами или нет. Батюшка, он сзади благословляет. Матушка, вышли смотреть. Ну все, в путь. С Богом. Пугался ехать здесь. Узкая колея. Едем в объезд. Фарватер для этого комбайна, по какой дороге лучше идти. Надо все испытать. Широкая жатка будет, когда будем ходить молотить напрямую. У нее ширина 7 метров. Надо, чтобы поросли никакой по краям не было. Все выпиливать. Иначе он с деревни не выйдет. Провода рядом висят. В самом деле не высокий он. Надо быть аккуратным. Привязанный.
первая неполадка заметна. Пробка не закрывается топливного бака. Резинку уже потерял, я его подобрал. Дорога весной она была грязной, и попросили на сеялке пройти продровнять, а там был лен, и вот пшеницы получился лен. Вот еще немного осталось, это вот наша пшеница яровая, ее еще убирать рано, она только-только выколосилась, еще цветет. Месяц, может быть, даже и больше. Начало сентября. Здесь у нас была озимка, не понравилась, мы ее убрали, вместо нее посеяли яровую, но уже силу поле потеряло, уже урожая здесь не будет такого, какого мы хотели, раза в два с половиной меньше. Это вот здесь клочок остался недоубитой озимой пшеницы. Когда разворачивались, вот зил уже на месте, ждет первого зерна от уборки 2020. Вот всего лишь такая клеточка. Мы ее нормально? На пробу оставили, да, нормально. Чушки просились, но взяли одного варлама. Все, выходим. Да, надо было за неделю места бронировать, чтобы билеты продавать. Смотрят 1000 рублей. Вредителя нашел на пшенице, вот она, вредная черепашка. Ну, мы не будем обрабатывать, пускай живет, ее тут немного. Сейчас подготовительные регулировки, подборщик спускается, расшкурили. Сейчас гидравликой его опустят и начнем пробовать.
ситуация очень хорошая. Колосся здесь мы считали, колоски в колосе. 16-18 колосков. В каждом колоске по 4, по 3 зерна. Есть даже по 5 попадается. Это значит, надо очень хорошо. В нормальном зерне, в колосках, да, 2 зерна, правильно. Без всяких подкормок, без удобрений. Что-то сомневается, как дальше работать, смотрит буквально. Регулировать обороты барабана на максимальные обороты выставить. Он сейчас работает с компьютером, смотрит регулировки, расстояние между барабаном и декой, устанавливает входящие 16 миллиметров скорее всего, и на выходе должно быть 6 миллиметров. Бочек включен, можно начинать двигаться вперед. Пошел.
увеличитель соломы работает. Нам это не нравится, полова из-под комбайна сразу падает на стерню. А солома из соломотряса смельчается и раздувается тоже по земле. Нам это не сильно нравится, мы хотим поставить сюда разбрасыватель соломы, как на старом комбайне. Две крестовины, они и полову раскидывают, неизмельченную солому тоже. Сейчас вот картина будет, если сверху посмотреть на поле, после комбайна будет полоса, этого быть не должно, из соломы. Все должно быть раскидано равномерно. А эта система, она не работает, на ширину жатки не разбрасывает. Ну, сейчас попробуем. Эта система идет пока. Пути по почте нам ее отправили, в транспортной компании, уже рассчитались. Так что измельчитель этот будем снимать, разбрасыватель ставить вместо него. Крайний валок, когда он обкашивал, надо будет собрать, а потом уже средние валки. Где-то землю зацепил. Машина. Что-то не произошло. Первый волок еще идем. Посмотрели, влажность 17,1%. Нормально. Сора много за счет этого. Большая влажность. Надо, чтобы до 16%, а лучше 14% по базису. Жаль.
комбайне этого не было. Бой на волок нельзя было идти, надо было выгрызать сначала один, потом другой. Ширина подбойщика была маленькая. Все, бункер наполнился, теперь будем выгружать. Выставляет шнек, выбегает, подъезжает к ЗИЛу. Что там у тебя? Все, закончили. А? Закончили, что ли? Да. А там 1 гектар всего было. А-а-а. ЗИЛ полный. Ну, понравилось? Да. 55 центнеров с гектара пока.
Ну еще, а комбайн где, идет? Сзади идет. Давай. Все, поехали, мы его заснимем. Благодарю. Вот и вот это просчитай обязательно. Лена отпечатала. А кто же там за рулем? Еремия за рулем. Он с 12 лет с техникой. Барабаш Еремия Игоревич. Такие славные имена. Подъезжаем к дому, я тут слажу и сразу бегу в комбайн, если он не пойдет дальше. Это Володя на другом лете везет. Едем мы с озера. Победила, видать. Кроме того, здесь у меня добудятня номер один. Правда, опустошенная. И в любой момент могу завести туда. О! Крыша 9,6 метра от пола. Давай. О-о-о. Довольно. Так, я побежал туда, слушай. Мне там толкнешь в эту велосипед или комнату откроешь. Так, сегодня первый раз комбайн этот новый по лесе вывел барабаш. Там был у него где-то 1 гектар озимы и говорит, обмолотил. Ага, за рулем Терентий. Со всеми добрые отношения. Так что сбрехал тут опять. Поддавшийся влиянию сатаны человек. Как выглядит. Что тут такое работает. А снимали вот это такой у вас там? Снимали? Снимал? Ты... Марк, ты снимал, нет? А? Снимал? Нет. А как же так? Договорились же снимать. Игорь снимал. А где она у него? Он дома, домой уехал. Так вот сейчас застретились, я не взял. Ну, нормально? Нормально. С Богом. Все. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Я понимаю, как колеса. Это я за ним иду следом по лесу. Thank you.
благослови, Господи. Помилуй, Игорь. И тех, кто это сохранил. Труженик, кормивец. Сотни, если не тысячи людей кормит. Но 700-то гектар, это явно дело, что много. Пшеница, ячмень, горох, гречка и лен. И все это сотни гектаров. Вот как Господь делает. Желание мое, если сбылось, купили, но правда в кредит. Но будем надеяться, что будет урожай. Надежда Васильевна у нас тут. Ой, хорошо. Слава тебе, Господи. Какой самокат у него хороший. Все, пришли. Больше ничего не надо тут брать? Нет. Ну ладно, веревочку тут сохранишь. Я черную так и не видел. Нет, она бегает. А? Бегает по улице. А туда приходит туда? Ну везде по улице бегает. Там у нас бегает. Ну надо же, меня-то еще не. Поймать надо ее сюда, арестовать. Я думаю, вы ее зря закрываете. Она больше вас боится просто. Нет, не боится. Зря. Она сама приходит. Боится. А что она-то, если дома она не живет? Что вы ее опять закроете. Ну, она об этом не думает закроете. Она отдыхает, сил набирается. Так не думает. А человечить нельзя никак. Собака бегала, она боится, домой посадят на цепь. Да нет, нет, конечно. Ну, как это? А что она не приходит тогда? А, ну, спроси ее. Вот бывает, и кошки разговаривают. Ну, так думать, что вот, ага, дома так она. Нет, это. Она тут отдыхает. Я ее кормлю рыбой разных сортов.